Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мне разрешили тут немножко снять, хоть я фиалки и не собираюсь покупать, но очень такой магазинчик бесподобный на базаре. Но это просто какой-то шедевр. Посмотрите, что. А вот это вот какое чудо. Я купила здесь стриптокарпусик. Я его выложу завтра, покажу. Он вообще невероятный. Но фиалки тут, это просто бомба. Я не знаю, какие там выставки сравнятся. Это просто магазинчик на центральном рынке. По-моему, все выставки меркнут. И, между прочим, я мимо этого магазинчика проходила, когда ходила за землей. А сейчас я теперь здесь стриптокарпусы промышляю просто каждую неделю. Так, уже покупатели заходят, поэтому я буду, наверное, мешать. Все, я чуть-чуть. Да нет, я стесняюсь от людей. Вот, все. Поэтому вот показала, какие чудеса. Магазин великолепный, ребята молодцы. И очень качественные стрепсики, вообще бесподобные.